Натан Чен. Надо же, а. Держал себя в выезде после четверного Луца. Поэтому, видите, плюсов немного, но сама базовая стоимость каскада, насколько велика, 17,9. Четверной Луц, тройной это луп. Вращение не четвертого уровня сложности, 2,6 он получает за вращение. Первое у него вращение было прыжок-волчок. Сейчас комбинированное вращение со сменой ноги. Хорош был на разминке, да? Все эти четверные просто как семечки лузгал. Нервничает Натан. Здесь уже нет права на ошибку. Сделал. Тройной аксель сделал. У него 48-33, а суммы за технику Шомуна 57-04. То есть еще надо набрать 9 баллов, чтобы опередить Шому по технической оценке. Получится ли это у него? Да, скорее всего, получится. Потому что сейчас 54-33. Очень хороший плюс мы поставили за дорожку шагов. Очень хороший плюс. Отплюсовали щедро за дорожку. И плюс балл за последнее вращение. И последнее вращение засчитано высшим, четвертым уровнем сложности. И во многом это его спасает. Потому что первое вращение он не сделал идеально. Он сделал хорошо, но не